Богатство океанов – надежда человечества. Каждая квадратная миля дна может дать только железо и марганца на сотни тысяч рублей. Вот почему путь в глубину – не просто охота за рекордами. Французский батискаф «Архимед» буксируется к месту погружения неподалеку от берегов Пуэрто-Рико. Недавно в этой глубоководной лаборатории опускалась на морское дно советская ученая Троицкая. Она была гостьей французских исследователей, любезно предоставивших нам эти кинодокументы. Вот место погружения. Батискаф опустится, чтобы исследовать дно глубоководной океанской впадины. Через несколько минут экипаж Архимеда встанет на подводную вахту. Архимед – удивительное судно. Оно более всего похоже на дирижабль, глубоководный океанский дирижабль. Прежде чем начать погружение, надо проверить все до малейших деталей. Водолазы проверяют глаза и уши Архимеда, осматривают его щупальца, которым предстоит брать со дна океана геологические пробы. В кабине подводного дирижабля тесно, как в танке. Кабина, она обведена на схеме красным кругом, выкована из лучшей стали толщиной в 15 сантиметров. Чтобы батискаф не утонул, оболочку построили из тонких стальных листов и заполнили бензином. Три винта. Движение. Ориентации и расположенный наверху винт вертикального подъема сообщает Архимеду необходимую маневренность. Ну а когда нужно всплыть? Нажатие кнопки выключает электромагниты, мгновенно сбрасывая балласт тысячи килограммов мелкой железной дроби. На глубинах, превышающих 9000 метров, царство вечной ночи. Но 12 тысяч ваттных ламп позволяет производить даже цветные киносъемки. Батискаф уходит на дно океана. Пожелаем ученым новых открытий.